Ночью 20 апреля в Твери на кольцевом проезде загорелось одноэтажное бревенчатое строение жилого дома. Первые пожарные расчеты прибыли на место в 6 минут первого ночи 21 апреля. К их приезду горела шиферная кровля и стены дома. Через полчаса пожар был локализован. Открытое горение удалось ликвидировать к часу ночи. На момент возникновения пожара в доме находилась 58-летняя женщина. Она успела выбежать на улицу, а вот спасти своего питомца женщине не удалось. Собака сгорела. Полностью пожар потушили в половине четвертого утра. Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются. И еще один пожар нынешней ночи. Полностью уничтожено нежилое деревянное строение в Кимрах. Никто из людей не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока не установлено. Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в совершении убийства. По данным следствия, 18 апреля текущего года в вечернее время женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Луначарского города Твери со своим знакомым, к которому пришла в гости в ходе конфликта, нанесла мужчине удар ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия. В результате совместной работы следователей СКР и сотрудников регионального ОМВД России подозреваемая была задержана по горячим следам. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователям планируется предъявление ей обвинения.